Вы рисовать умеете? Очень жаль. Я тоже не умею. А эти буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники. Наши художники, в отличие от героев Ильфа и Петрова, рисовать не только любят, но и умеют. Несколько раз они вместе уже собирались и творили. В году наступившем затея обрела официальное название, место и расписание. Мы с ребятами очень хорошо познакомились, вообще-то плотно начали общаться и решили, собственно говоря, совместно организовать именно кружок подобный, собственно говоря, чтобы люди могли совместно творить. Для изобразительного искусства нужны особые условия. Такие условия были созданы на базе центра как отклик на желание орловцев повышать свой художественный навык. На подобных карандашных встречах любой из присутствующих становится сразу и художником, и натурой, совмещая приятное с полезным. Пришел сюда первый раз, увидел группу такая ВКонтакте, меня пригласили мои однокурсники. Из интернет-пространства в уютный зал пришли люди интересные и творческие. Для кого-то это возможность набрать эскизы к будущим картинам, для кого-то способ необычно провести время. А глобальная цель таких вечеров – повышение навыка, обмен опытом и создание совместных творческих проектов. Искусство, можно сказать, наша нарисованная жизнь. К своим зарисовкам художники относятся сдержанно. И пусть эти наброски не украсят лучшие галереи России и мира, но зато творческий горизонт расширят точно. Рита Алешонкова, Эдуард Чернаускас, Первый областной телеканал.